Дорогие друзья, всем привет! Сейчас мы с Винником собираемся ехать покупать Виннику мяско. Да, Милюська, ой, спать хочет, не выспался. Сегодня он рано проснулся. Вот набрала целый пакет мяса Виннику. Виннику, будешь кушать? Думаешь, будет кушать мясо? Грузы что, нету? Она еще этот, надо подождать. Зеним. Привезли мы брата на работу. Дай мне Милюка. Пока. Сейчас поедем домой. Милюська поедет. Вот мы с Милюськой приехали опять на базар. Купили вот такую вот кукурузку. Ой, она горячая. Но вкуснячая. Запах еще какой. Дай, Милюка. Будем кушать дома. Он ждет. Завтрак придет. Сейчас мясо сварит. Да, да. Ну-ка, ты классный мальчик. Сегодня рано встал. Хоть. Тем временем Винника мясо уже сварилось. И сейчас я буду его кормить. Вот Милюська кушает. Да? Вкусно? Вкусно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч! Пока-пока!